Всем привет, Лев Пятая, и сегодня я продолжаю играть на Вайворде, да, и в принципе окей, да. Как бы, ребята, спустя, наверное, уже аж 5 дней я снимаю ролик, да, но по крайней мере сейчас я зашел на YouTube, я вижу то, что уже 4 дня не записывал, но на самом деле, наверное, когда выйдет этот ролик, уже пройдет 5 дней, да. В принципе, окей, ребят, вышло новых 4 карты на дуэлях, и вышло, я так понял, по 10 новых карт на SkyWars, да, вот тут по 10 карт, тут 10 карт, также B2, тут по 10 карт, может быть, по-моему, нет, по-моему, по 5, вот, я, наверное, ошибся, но, в принципе, ребята, окей. В принципе, ребята, погнали. Так, в принципе, окей. Я как бы нажимаю классик. Я еще не видел эти карты, я еще не заходил в классик. Офигеть, блин, это капец. Так, я, наверное, выключу анимацию. Вот почему мне, наверное, подвисает. Я просто не хочу, чтобы у меня ролик лагал. И вообще эта карта что-то подлагивает. А что ты так далеко? А! Я забыл то, что это версия 1.8. Здесь надо фигачить всех нафиг. Да, и у меня очень почему-то лагает. Я не знаю почему, у меня очень сильно фризит. Фризы, ну, макросы, естественно, да. Хотя я сам еле-еле его убил, но в принципе окей. Хорошо, у меня вот, видите, рейтинговая дуэль до 200 смог дойти, да. Хорошо, блин, карта мне понравилась, но почему-то мне лагает. И, как видите, у меня 40-50 FPS, это очень мало. Опять эта карта. Давайте я уберу показ FPS. Я даже не знаю, реально, почему лагает. Я надеюсь, то, что дальше лагать не будет, да? Или постепенно перестанет. Также еще здесь добавили мод, который показывает эффекты, да. Это достаточно неплохо. Возможно, еще, кстати, кейстрокер добавят, да? Вот на показ FPS всякие, да? Так, давайте мы его попробуем бить. Это у нас УХК. И он меня убивает. Нет, он меня не убивает, окей. Нет, он меня все-таки убивает. Давайте мне уже какую-то новую карту, да. Сегодня у нас такой обзор на 4 новых карты, да. Ну, реально попадается одна и та же карта. Я надеюсь, это не баг в Вайворде. Нет, слава богу, нет. В принципе, хорошо, да. Я сразу же так делаю. Да, и Вайворд. Кстати, Вайворд, он сказал то, что, ну, написали они то, что у них какое-то обновление. Вот такого огня, по-моему, раньше не было. У меня какой-то Ицукспак стоит. По-моему, они тут что-то мутили, да. О, в принципе, окей, да. Поэтому, может быть, и подлагивает сейчас, я не знаю. Блин. На самом деле, мне только начали надоедать новые карты, вот первые карты, да. Но я подумал, что их добавлять не будут, и вот они решили, да. Вот почаще бы вот такие жесткие обновления, типа вот 1.8. Я не понимаю, почему очень много людей пишут, что это говно PvP. Да на самом деле, вы просто на Хайпикселе не играли. Так, все, я умер, окей. Я, если честно, я Майнкрафт не играл. Вот это третий день, значит, 2 дня не играл, да. Поэтому я сейчас очень плохо играю. Давайте нажму случайно, не знаю, как получится. И я сейчас подумал, точнее, я сейчас надеялся, то, что не будет, ну, не будет набор зелья, но это набор зелья, как бы, окей. Мне не повезло, я реально думал, то, что только бы не это попалось, и оно попалось, да. Хорошо, я что-то на такие башни еще не залезал. Это будет долго. Где чувак? Я что-то чувака потерял. Я, в принципе, когда его, наверное, найду, и тогда я найду. Я не знаю. Короче, он написал, а я тут, а я не вижу. Я просто слишком слепой. Да. Да, блин, где тут чувак? Вот я его не вижу. Вот, наверное, уже все его заметили. Я туплю, да. Я просто тупля, я его найти не могу. Почему? Боже мой. Сейчас ролик из-за него будет, наверное, 100 лет идти. А, ну я понял, в принципе, где он, может быть. Он, наверное, где-то тут. Да? Сколько скорости? Блин. Я уже 1,5 минуты с ним вожусь. Дайте мне нормально
Что мне сделать? Чувак, просто вот. Вот реально. Ух ты, нифига себе. Блин, это скользко, как на читы похоже, если честно, даже стремновато. Так, на. Естественно, они попадают, что вот так. О! Какой же ты гад! Какой же ты плохой! Боже. Он меня понял то, что... Это как это было весело, да. Я на самом деле реально, я... Я сейчас несу какую-то дичь, мне кажется. Если это не так, да. Давайте опять случайно нажму. Ух, какая, слава богу. Так, это у нас петит как-то, да? Это у нас уже на Skywars больше похоже. Да, ну как-то прикольно, она больше, она интереснее. Тут наконец-то можно как-то вот что-то делать, вот такие мосты строить. И также... Так, я не буду строиться таким вот образом. Ну, таким. Вот так вот. Так вот я строиться не буду, потому что у меня фризит в этот момент. Ребят, спасибо, что вы умираете, потому что я хочу все 4 карты показать, а уже 3 показал, как бы, окей. Я очень этому рад. Окей, так. Это у нас такая обычненькая карта. Я на самом деле, не знаю, я как-то в роликах какой-то немножко странный, да. Я как бы... Не знаю. А, нет, нет, нет. А, вы понимаете, я несу дичь. Я вот, вы знаете, я вот 3 дня, ну, это получается уже 3 дня назад, я пытался записать ролик 1,5 часа. 2 дня назад где-то. Я пытался его записать. Я... Так, вот у него может быть какой-то автокликер, потому что удары здесь не так быстро идут. Это же типа хайпиксель. ПВП хайпиксель. Да ты за... Ну ясно. Да, да чё мне не везет сегодня, а? Я думал, что я сейчас зайду в игру, я буду богом, потому что обычно так и происходит. Короче, ребят, я думаю, на этом можно закончить, потому что ролик я не снимал давно, а для меня 10 минут проходит за 2 секунды, поэтому я думаю, на этом можно попрощаться. Я думаю, сейчас я погибну. Естественно, он очень честным образом меня убьет, и я, в принципе, на этом закончу, да. Всем, ребят, спасибо за просмотр, да. Подписывайтесь на канал, да. Теперь ролики на Ваймворде будут выходить часто, но также будут выходить ролики и не на Ваймворде. Следующий ролик, вот хоть сейчас выпущу супер жесткое обновление, я выпущу не Ваймворд, а потом Ваймворд. Если вдруг какое-нибудь будет обновление. Все, всем спасибо. Пока-пока. Вот, ребята, и 4-я карта. Я как бы обозреваю эти карты, поэтому решил заснять и 4-ю карту. И вспомнил то, что у меня есть волшебный монтаж. Да, и я просто записываю 2 отдельных ролика и склеиваю их. И поэтому у меня может ролик быть больше 10 минут. Полсердечка. Короче, я эту карту минут 15 искал. Точнее, я просто играл я в надежде, то, что она попадется. Это какая-то была адская карта. Тебе понятно, почему она мне не попадалась. И, в принципе, ребята, давайте, я не знаю, добьем 4-5 лайка, да. И все, да. В принципе, я даже не знаю, наверное, следующий ролик будет опять по лаки-блокам. Или сниму какой-нибудь Skywars на хайпикселе, а потом будет как раз и лаки-блоки. В принципе, не знаю, как получится. Вот теперь я точно уже заканчиваю видео, да. Все, в принципе, ребята, всем спасибо. Пока-пока, ребята. И удачи. Пока-пока.